Музыка из советских фильмов в исполнении русских народных инструментов. К юбилею руководителя ансамбль «Родные напевы» подготовил обширную программу. Главная партия у Валентина Петрачкова. Он не только руководит коллективом, но и является его музыкантом. С баяном Валентин Павлович не расстается с детства. Этот инструмент он полюбил с первых нот. Я слушал только, что я слушал. Что в деревне можно слышать? Русскую гармонию. Больше я ничего не... Скрипка я, конечно, редко слышал. Вот, поэтому я влюбился в этот инструмент. И всю жизнь посвятил этому замечательному, дорогому мне инструменту. А 45 лет назад вместе с певцом Александром Лемешкиным Владимир Павлович организовал коллектив «Родные напевы». Сейчас в его составе 4 музыканта. Однако с помощью аранжировок и обработок им удается добиться настоящего оркестрового звучания. Елена Купцова играет на домре. В «Родных напевах» выступает больше 20 лет. Именно в этом коллективе она научилась по-настоящему любить музыку. Основоположником вот именно здесь вот работы в ансамбле, любви к музыке, как таковой, меня привил Валентин Павлович Петрачков. Он стал ну, просто отцом. Как нужно себе, как ее любить. Он любит говорить: «Любите музыку так, как люблю ее я». Вот с этим девизом по жизни мы и шагаем. Живет коллектив с любовью не только к музыке, но и к русским песням. В репертуаре ансамбля шлягеры из фильмов и песни советского времени. Вот уже 12 лет вместе с музыкантами их исполняет Светлана Василькова. Тебя в окошке свет, от него покоя нет. В том окне, как на экране, твой знакомый силуэт. В ансамбле Светлана начала выступать по приглашению Валентина Петрачкова. До этого работала в ансамбле «Русь». Для нее участие в коллективе в первую очередь возможность творчески реализоваться и исполнять любимые песни. Моя самая любимая певица на все времена, я ее называю второй мамой почему-то, это Людмила Георгиевна Зыкина. И в моем репертуаре, конечно, в основном песни это Зыкиной. Композитор, конечно, Пономаренко, очень люблю его исполнять песни. Советские песни и музыку из фильмов, а также джазовые композиции и собственные сочинения Валентина Петрачкова владимирцы смогут услышать уже завтра. Начало праздничного концерта в 18:30. Лада Кочетова, Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».